Стюардесса российской авиакомпании UTAIR поделилась снимком в рабочей униформе и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте. На размещенном в сети кадре бортпроводница позирует в новогодних декорациях. Девушка одета в форму, синюю юбку, белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок. Подписчики представительницы перевозчика, в том числе зарубежные, оценили ее фото в комментариях. «Само очарование изумительное, ты очень симпатичная, какая же замечательная, вау, какая красотка, как всегда, прекрасная, ты так красиво», — писали они. 30 ноября сообщалось о том, что другая отечественная стюардесса попозировала перед камерой в купальнике на яхте и удивила зарубежных юзеров. На фото девушка позировала в розовом бикини на фоне лазурной воды, стоя полубоком к фотографу. При этом она приподнималась на носочки и держалась руками за ограждение на палубе. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.